Щелкове отметили День государственного флага. Это общенациональный объединяющий символ, который вызывает гордость и сплачивает всех граждан нашей страны. На протяжении всего дня проводились различные мероприятия как для детей, так и для взрослых. Например, в Центральном парке культуры и отдыха состоялся концерт. Проводились мастер-классы, на которых участники учились изготавливать окопные свечи и плести маскировочные сети. Горожане также приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей. Они приносили вещи и продукты длительного хранения. Кроме того, в парке представили передвижную выставку «Герои нашего времени». Она рассказывает о воинах, которые сегодня защищают нашу страну от неофашизма, о женщинах, которые ждут солдат дома и молятся за них, о детях, которые познали страх войны. Кульминацией стал флешмоб с запуском красок Холи цветов российского триколора. На новой набережной вблизи Чкаловских озер члены партии «Единая Россия» совместно с молодогвардейцами организовали интерактивные точки и мастер-классы. В завершение они растянули многометровый флаг нашей страны. Мария Синина, Владислав Реус, Елизавета Плужникова, Василиса Дудик. Щелковское телевидение.